Ну что, готов? Готов пиздюлей получить. Бля, и только мертвые с косами стоят. Так, надо понять, что за него вообще делать. О, нормально. Так, как морозить вообще? Ой. Опа. Ничего себе, он нас ловил. Так, хорош, успокойся. Эти меня ловят какие-то. Так, ой, опять телепорты. Это что это я вообще заметил такое? Ага. Бля. Хорошо, хорошо. Так, ну Саб-Зира пока что нормально пошла. Ах ты гад какой, а? Запилил меня циркуляркой. Полетай. Захватит. Опа. Так, надо понять, как морозить вообще. Давайте посмотрим, потому что я что-то пока что не понимаю. Так, Ice Ball. Вниз-назад 2. Ice Clone вниз-вперед 1. Ice Bundle вниз-вперед 2. Значит, вниз-назад 2. А, понятно. Так, хорош, подожди. Дай попробовать-то, ну. Так, что-то это не то. Хорошо. Так, давайте, кто там следующий? Кто на очереди? Я встречусь с Лин Куэй после выполнения своей миссии. Не раньше. Съебал всем. Сигналы становились все сильнее. Саб-Зира? Но ты же мертв. Я не тот Саб-Зира, о котором вы упомянули. Он был моим братом. Твоим братом? Я здесь, чтобы узнать о судьбе Саб-Зира. Его убил некто под именем Скорпион. Где мне его найти? Ищи в Колизее. Именно там. Так, это что? Это Ермак. Ты нарушил наш процесс восстановления. Да, это Ермак. Попался! Не, похоже, это ты попался, Джекс. Ну помогите ему, чего вы стоите-то вдвоем? Смотрите на эту хуйню. В натуре, чего они ждут? Ну все, минус руки. Они могли бы уже 10 раз ебало за максимум. Да, печально. Но после такого не живут, по-моему. А, ну вот так вот можно еще попытаться. Кого ты разорвешь? Я тебе сейчас жопу разорву, ты понял? Понял меня или нет? Ах ты ж ебать на мать. Не ожидал? Не ожидал? Ой, не успел. Нахер иди со своими телепортами, блядь. Хорошо. Вот это я нормально замутил. Саб-Зира мне пока что нравится. Ах ты сволочь такая. Да блин, хорош меня кидать. Такой херни не ожидал. Блин, как же он долго это делает?
Да, блядь. Ничего себе, это что-то новенькое он сделал. Да, блядь. Ну ладно, давай попадаемся еще немножечко. Так, ну-ка успокойся. Локи вам свои здесь не ставят. Да хорош. Так. Да, блядь, заебал. Получи, фашист, гранату. Ах ты гад. Так, ну сейчас бы не проебать. Ай-яй-яй. 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 Попал, хорошо, заморозил. Пока что я цел. Соня Блейд вызывает штаб. Соня Блейд вызывает штаб. Соня Блейд вызывает штаб, как слышно. Ты остановила кровотечение. Да, но ему нужен врач, как можно быстрее. Я должен идти в Колизей. Мне нужна твоя помощь. На юге есть портал, через него вы сможете вернуться в царство Земли. Вот же лучше бы этот портал был рядом. Ну, как бы такое. Так. Махач какой-то. Какой-то чувак лысый непонятный. Я проиграл. И заслуживаю смерти. Я подвела своего отца. Ты должен меня убить. Флэшбэки из прошлого. Убей его. Китана, подойди ко мне. Так. Шао Кан, я вызываю Скорпиона, убийцу моего брата. Ты приведешь его ко мне. Никто не смеет выдвигать требования императору. Рептилия. Как-то все непонятно у вас на этом турнире. Какие-то левые люди приходят, дерутся, вызывают кого-то. Так, рептилия. А ну, проверим. Опа! Я тоже кататься умею. Так, хорош. Я помню, что ты любитель. Блять, никто же не. Блин. Ну и как против этого драться? Ты гад такой. Блядь, фрейхер потратил. Такой херни я явно не ожидал. Как же он медленно катится. Ага. Наебал меня, сволочь. Нафиг, свертухи чисто челюсть снес. Ай. Так, хорошо. Блин, читает, читает. Успокойся, я через. Блять, это попадает по мне. Да блядство какое-то.
Пока я ему урона не наношу. Блять. Очень медленно он это делает. Нахер отсюда иди. Я катаюсь лучше, чем ты. Я бы убил тебя, но я здесь не для этого. Капец, там фигурки, конечно, зрители очень крутые. Давай, вали отсюда. Твои последователи высоко тебя оценят, воевода. Они сражаются и умирают ради твоего удовольствия. Мой брат тоже принял участие в этом безумии. Я же хочу сразиться с его убийцей. И сразишься. Капец, скорпион, как собачонка у этого планчика. В чем дело? Ты не тот Саб-Зиро. Я из его семьи и его клана. Я сражаюсь за его честь. У него не было чести. И ты умрешь, как и он. Ну давай. Блять, у него тоже телепорт есть. Капец, он меня за гриву схватил. Ну, бля, начинается. Падла. Ладно, это будет непросто. Хотя можно его просто на телепорт уводить. Блять, хотя он вот так вот еще может делать. Да хорош, ну. Ого, это что было вообще? Началось. Тихо. Тихо. Да, блядь, я же нажал слайд. Как это, блядь, не сработало, я не понимаю. Раунд 2. Файт. Бля, да как низко. Ого! Давай, давай. Поти, блядь. Да как он меня попал в воздухе этим дерьмом? Так, тихо. Хорошо, попался. Попался! Блядь, живой еще. Ну, будет он меня еще кидаться своими копьями. Ах ты, блядь. Вот этот меня загрил. Ага. В упор в меня попал. А хорош. Хорош. Дай поиграть. Не-не-не. Не колдуй мне тут. Да ну блин, как это успевает? Хорош, ну как ты... А я не попадаю, да? Спокойно. Там так и зрел. Так, ладно, против него. Не ожидал, сволочь? Ты же сдохнешь, правильно? Хорош. Он живой. А, нет, все, хорошо. Но это было близко, это было сложно. За моего брата. И все, Саб-Зиро почистили. Чуще беспредел какой-то происходит в этой игре. Прямо на турнире просто. Кто теперь вмешивается в императорский турнир? Саб-Зиро? Нет! Тебе его не спасти. Стой здесь, или они тебя заберут. Просим позволения вернуть его в наш храм для вынесения приговора. И что я получу взамен в выполнение столь наглой просьбы? Преданность и службу Лин Куэй. Прекрасно. Он ваш. Поток времени изменился. Я уберег Смоука от подобной судьбы, а теперь наблюдаю за гибелью нового Саб-Зиро. Нет, меня не обратить. Ох, падла. Китана! Китана!
Каким образом ниндзя из Старства Земли нагло появляются предо мной, когда моя дочь, принцесса внешнего мира, была отправлена их перехватить? Отец, я... Сгинь! Такие ебальник просто начистили. Продолжайте. Вера Китаны подобна тонкому тростнику, изогнутому бурей. А что, если его полностью искоренить? Конечно, пошли испортим еще чью-то жизнь. Да, Смок расстроился. Да ладно тебе, братан, не парься. О, глава 9, Китана, как ты позволяешь свою... Ты следуешь за мной, когда я очень хочу побыть одна, а потом меня еще и упрекаешь? Я не потерплю, чтобы меня бронили, как какое-то дитя. Будь осторожна, я еще не видела, чтобы твой отец так на тебя злился. Ты принцесса, он ожидает от тебя больше. Я знаю, чего он ожидает. Поговорим позже, когда ты будешь в состоянии выслушать. Опа. Принцесса Китана, я прошу аудиенции. Обитатели Царства Земли, вы смеете ко мне приближаться? Послушай, дорогая, мы не хотим драться, но будем, если придется. Я научу вас уважению. Ну что ж начинается опять такое? Против двоих драться опять? Да что за дерьмо происходит? Так. Опа. Сразу против двоих. Это вообще честно, нет? Ладно, будем... Ой, пешлеп, будем чисто веерами их закидывать. А то мне кажется, что я просто так с ними не справлюсь. Баба с двумя как бы этими мужиками. Это сомнительная история. Хуй ты лежишь. Ох ты ж, блядь. Хорошо. Так, чё ты с соплями в меня ещё кидаться будешь? Ого! Как он это сделал? А, я понял, это Ферри. Бля, да ёбаный ты в рот. Ну почти, почти. Но это сложно уже. Это уже сложно. Ох ты ж, блядь, пробил меня. Бля, ну она что-то мне не очень нравится, если честно. Да ну ничего себе, ну это вообще по чесноку или нет? У меня что-то пока одна комбинация только получается. Вот так вот, от этого избавимся, чтобы они тут не прыгали, не тешили перед ебалом мне. Пытаемся с этим разобраться. Да блять, ну это что такое? Ну это, блять, в него бесполезно кидаться этой хуйней. Чисто пришли подружиться с Китаной и разбили ей ебало. Вы адекватные вообще, нет? Вы адекватные люди или как с вами вообще разговаривать после такого? Ладно, ничего, сейчас попробуем еще раз. Как он успевает это сделать? Ты че, ебанутый? Ты ебанутый или как тебя называть вообще? Надо как-то комбить с этим. Да ну бля. А вот этого можно как бы позакидывать. Ага, не успел, подлина. Как хорош тут мне меняться. Почему это так происходит?
Блядь. Ага. Ай, блядь. Ай, блядь. Да почему? Я же успел. Я же успел. Ну, блин. Но это уже как-то неадекватно сложно. Это человек, который не особо задрот в ВМК. Да хорош! Да ну как вот эта нога попадает? Ты чё? Ого! Это я как сделал? Так, подожди, как я это сделал? О! Что-то новенькое. Да хорош. Ну хорош, я тебе говорю. Хорош, блядь. Опа. Ну, я не знаю, как так будем пытаться. Шансов, конечно, мало. Да ну что это было? Как он попадает в меня? Я еще даже не приземлился, он мне уже это... промежность отбил. Ой. Ну это, кстати, вообще какая-то херня. Я еще даже не успел за бойца как-то, ну, с одним подраться. Меня сразу к двум закинули. Ничего. Я вообще не понимаю, что делать с ними. Да ну хорош, ну. Прочитано. Да ну, блядь, ты заёбан. Так, шёл в жопу. Да ну вот это, как они вовремя меняются, это просто фантастика. Такой херни не ожидал. Чисто будем летать. Ага, не ожидал? Не ожидал? Блядь. Хорошо, захватик. Почти, почти, почти. Хорошо, хорош, капитана. Сейчас мы этих мужланов разъебем. Спокойно. Опа, это что было вообще такое? Ага, хер тебе. Ну что я за спиной твоей был? Перестанешь меня бить уже. Я не хочу. Ну подпрыгни. Ага. Тайминги. Что-то не словил, братан. Куда ты собрался? Ну вот это вообще уже полная херня. Ой, ну ты серьезно? Хорош! Ну я попаду или нет? А-а-а-а! Ага! Да ты что делаешь? Ну ты адекватный, нет?
Так, сразу использую. Да, опять они это сделали. Титана, попади, пожалуйста. Бля, не успел. Ого! Вот, что-то новенькое сделал. Так, тихо. Минус. Фу, хорошо, это было потно на самом деле. Ну ладно, разобрались. Шаокан хочет смерти после сражения. Я ее дам. Возможно, Лю Кэнг в тебе ошибался. А может он, как и я, почувствовал, что в тебе есть сомнения. Спасибо. Ой, а этого не видели в своих видениях. Что-то нашептывает о тебе, что все должно быть по-другому, что ты должна быть другой. Ты больше похожа на Синду, чем на Шалкан. Но она мертва. Моя мать мертва. Два. Зачем вы? Тебе нужны ответы, Китана. Я помогу тебе их найти, если ты мне доверишься. Отправляйся в ямы плоти Шансунга. Там многое откроется. Ямы плоти? Но мне запрещено. Да, запрещено. А почему? Действительно. Я не знаю. Скажите мне. Ты должна найти свой истинный путь. Сама. Вот такая вот херня с Китаном. Пойдем искать путь. Так, опять этот лес, забавные деревья. Кто сейчас на меня нападет? Рептилия? Дай угадаю. Это падла всегда. Покажись, Джейд. Я знаю, что ты идешь за мной. Опять. Все еще иду за тобой. Я знаю, куда ты направляешься. Мне приказано не пускать тебя туда. А почему? Я не оспариваю приказов императора. Китана, прошу, поверни обратно. Я не могу. Этот путь может привести меня к правде. Прости, Джей, но я не позволю меня остановить. А, ну давай. Так, хорошо. Ёбаную мать. Так, ну ладно, с ней мы как-нибудь справимся. Так как я это сделал? Так. Что-то. Так, нет. Не надо. Спокойно. Не-не-не, палку свою спрячь, откуда бы ты ее не доставала. Не-не-не-не, попрыгай же в другом месте, на батутах там или еще где-нибудь, но точно не здесь. Получи ножом в глаза. Не-не-не-не-не. Не. Так, хорошо. Захватим. Не, все. Не, ну это уже легко на самом деле, после того, как я двоих отпиздил сразу. Я пытался тебе предупредить. Но я должна это сделать. Не, после двоих это уже как бы не так сложно. Но там пришлось попотеть, конечно. Так, что сейчас будет? Так, чё, ну? Да заходи, не стесняйся уже. Так, мясо какое-то.
кости. Ага. А, это Милена, что ли? Я понял. Мутанты какие-то. Ебать ты мутант. Да, вон она, Милена. Что, надо будет сейчас еще ее пиздить или как? Или она в пробирке пока что еще не вылупилась? Ебать ты страшная. Во имя всего. Так. А, тут еще одна. Их много, что ли? Типа их клонируют? Ее невозможно убить или как? Это как терминаторы. Она выглядит как я. О. Сестренка. Такая красивая, такая честная, такая грустная и одинокая. Давай, станем семьей. Ты мне не семья. Ты чудовище. Ну давай. Ничего себе еще один. Ёб твою мать, ты куда? Да хорош. Хорош, я тебе говорю. Какая-то она больно резвая. Да, блядь, не успел. Как же меня заебали эти телепорты, я клянусь. Слышишь ты, ты меня еще грызть будешь, что ли? Ай-яй-яй. Хорош. Раунд 2. Куда собралась? Бля, подловила. Захватит, не хочешь сковать? Бля, да что ж я ведусь на это? Да не. Да, нормально. Иди в боулинг покатайся. Farewell, прощай, сестренка. Нельзя так обращаться с сестрой. Презренная свинья. Думаешь, мой отец это потерпит? Эту мерзость, которую ты здесь создаешь. Я лишь усовершенствую вас, принцесса. Как бы тяжело это ни было. Молчать! Я притащу тебя к Шалкану за твою бороду. Это правильно. Ох ты. И что ты хочешь? И что ты хочешь сделать? На, не, шансу. Но это легко уже стало, на самом деле. Раунд 2. Файт! Ого. Куда собраться? Ах ты, как ты попал? Да, блядь, опять это попадает. Так.
Не-не-не, все, хорош. Итана Винс, поднимайся. Ты предстанешь перед моим отцом и сознаешься в содеянном. Ну, что-то он не выглядит напуганным, если честно. Я бы не беспокоила тебя, отец, если бы это не было столь важно. Я считаю, что ты должен знать, чем Шансун занимается в последнее время. Этот чародей создал ужасные копии меня, смешанные с таркатанской кровью. Одна была живой и напала на меня. Отлично, колдун. Но я почему-то так и думал, что так случится. Итана обосралась. Ты знал? Ты дал на это добро? Как ты мог? Ты же мой отец! Я твой император! Твой отец был слабым королем Эдени. Я убил его во время слияния от его царства с внешним миром и взял его королеву своей жены. Если бы только я не позволил Синдал убедить себя в твоей нужности. Но теперь у меня есть настоящая дочь. Рейден был прав. Ты лгал мне всю мою жизнь. Отвести ее в башню, и я сделаю из нее пример для других. Вот ты подлина, ах ты подлина. Возвращайся в яму плоти. Приведи его. Приведи ко мне мою дочь, Мелину. Я тебя подвела, Китана. Теперь я заглажу свою вину. Ой, теперь еще и Джейд будет за нас, получается. Глава 10. Джейд, это все. Это не игрушка, это принадлежит Шан Цунгу. Застрелитесь, блять. Мы закончили, возвращайся на свой пост. Отойди, мне нужно повидаться с Китаной. Никто не войдет в башню. Ты превосходный сторожевой пес, Барак, но ты должен выучить команду к ноге. Я принимаю приказов от тебя. На этом закончим серию. Спасибо вам большое за просмотр. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и прокомментируйте. Буду очень благодарен. Всем пока.